Ну, то есть сейчас я вот пытаюсь сдать экзамен, вот грузится все. Я также в кабине. Вот камера, Андрей Владимирович меня видит. Привет вам большой. Здрасте. Значит, все прогружается. Оп. Так, убедитесь, что стоящий тормоз установлен. Переключатель управления электроприводом в положении выкл. Переключатель опрокидывания механизма и селектор переключения передач в нейтральном положении. И запустите двигатель. То есть заводиться надо в нейтральном положении. Ну нормально, заводи. Так, ставим на нейтральное. Ну, будем считать, что, наверное, кузов у нас закрыт. Переводим на нейтральное положение. Так, дальше мы что, включаем кнопку коробки, да, наверное? Это, да? Не, кнопку отключи. А, ну, заводимся пока. Там, там ничего. Так, завелись. Так, включить электропривод в генераторный режим. Ну, да. Это на D переключиться? А вот эту, ну ладно, кнопку не надо, да? Так. Теперь, а вот эту кнопку не надо нажимать, вот эту? Нажимай. Вот эту, на коробке. На коробке? Да. Нажимаем. Так. Подайте звуковой сигнал. Это проходили. Так. Сейчас подадим. Отпустите стояночный тормоз. Кстати. Так. Плавно начните движение вперед передним ходом. По стрелкам. Поехали. Так. Ну что, пробуем, господа. Чуть-чуть дал. Да как тут кегли-то эти не позбивать? Вы что, господа, это же нереально. Я на девятке, когда сдавал, этого не смог сделать нормально. Как чувствовать габариты этого автомобиля? Я, честно говоря, вот не понимаю пока еще. Мне кажется, он такой огромный. Как можно заехать сюда? Я по-любому не понимаю, с какой скоростью он двигается. Четко, говорит, по стрелкам надо двигаться. Пробуем одной рукой водить БелАЗ. Ну, я, наверное, так неправильно. Нам надо, конечно, в грамотности-то, наверное, скорость надо побольше иметь. Ну, машина, правда, классно. Хочется в реале на такой поездить, конечно. Действительно, очень интересно. Остановитесь. Поставьте самосвал на стояночный тормоз. То есть на стояночный тормоз это на П переключиться, да, я понимаю? Выключите электропривод. То есть я выключаю коробку? Заглушите двигатель. Задание завершено. Ну и что, сколько я ошибок понаделал, Андрей Владимирович? Ну, для начала нормально. Для начала нормально? Ну да. Так, ну поздравляю вас. Спасибо, с сдачей экзамена. Я так понимаю, вы мне права выдадите на БелАЗ. Так, все, Андрей Владимирович все включает. Так, отстегиваюсь. Так, все по-настоящему. Так, я все выключил, да? Все нормально. Так, ручник не поставил. Как наручник не поставил? А, да, наручник не поставил. А он не просил? Он сказал, поставьте на стояночный тормоз. А я думал... У тебя есть стояночный тормоз. Понятно, ну значит я накосячил все-таки. Да, ты будешь считать, что он компьютер не заметил. Ну, он видел, что я на парковку, там не было уклона. Да. Так, вот это открывается, да? Все, выходим. Господа, ну как будто в космосе, честно. Инструктор Андрей Владимирович. Так, закрываю, ты да? Просто Андрей Викторович, просто Андрей. Андрей Владимирович, вы, а я просто Андрей. Оп. Вот такая у нас техника. Сейчас сниму ее. Понравилось? Да вообще класс. А дети по ней прутся. Я вообще, для меня это было вообще просто, вот я не знаю, сказка.